спорту. Драма финальной серии женского чемпионата Молдавии. «Динамо Глория» до сих пор остается в шаге от долгожданной виктории в сезоне. После двух домашних побед наши девчонки проиграли две игры подряд команде АСМ из Кишинева. Накануне уступили в гостях 3-0 по сетам. Конечно, эмоционально тяжело. Будем перестраивать. Я прекрасно вижу слабые места в команде. Начиная с психологии, заканчивая тактической подготовкой. Что есть, к сожалению, у меня кадры ограничены, буду делать то, что смогу. Но я думаю, что в Тирасполе игра будет совершенно другая. Вот я вас уверяю в этом. Сейчас 2-2 в серии, и она возвращается в Тирасполь. Решающая игра пройдет на площадке спорткомплекса ТЮИ 15 апреля. Время начала матча объявят завтра. Следите за нашими социальными сетями, мы сообщим. Девчонкам нужна наша поддержка. Одна победа отделяет Глорию от первого чемпионства в истории.